НАСА назвала астероид в честь Ареты Франклин. В агентстве космическому телу недалеко от Марса присвоили имя королевы Соула, скончавшейся накануне. Космическое агентство НАСА назвало астероид в честь американской певицы Ареты Франклин. Об этом сообщили на официальной странице организации в Твиттер-агентство. По данным НАСА, астероид 249516 Рысы будет вращаться за орбитой Марса. Так в НАСА решили почтить память звезды. В посте агентства также выразили свою горечь по поводу смерти певицы. Астероид 249516 Рысы открыли 15 февраля 2010 года. Напомним, американская певица, королева Соула Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. Ранее российская актриса умерла прямо на сцене. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.com.